Качество игры в целом устроило. В общем-то, ребята неплохо сыграли. И счет был равный, ну, до последних минут, я считаю. Моменты были, что у одной команды опять, что у второй. Но КПРФ реализовала, наверное, все-таки на опыте свой гол четвертый забили. Мы после этого тоже имели моменты, но, к сожалению, мяч в ворота не попал. Ну, вот пропустили со стандарта, по-моему, два мяча. Вот это вот болезнь. Ну, пытаемся донести до ребят, чтобы быть повнимательнее в этих моментах. Но, к сожалению, пока не получается. Ну, все меняется. Я о чем говорил. И с КПРФ крупный счет был до этого. Что я сказал, и МТИ сейчас прибавляют. Уже, я сказал, будут очки набирать. Все, сейчас все команды уже влились в первенство. Поэтому борьба только будет нарастать. Игра действительно далась не так легко, как могла бы даться, да, если бы реализовывали какие-то моменты. Ну, а так по ходу игру складывалось как, что вначале вроде поймали игру, создавали моменты, довольно-таки удачно играл вратарь там какое-то время, да. Но была самая главная игра команды, которая приводила к довольно-таки хорошим действиям в атаке и в обороне без провалов. Потом, когда команда Дина пошла чуть-чуть активнее, потерялась полностью игра, и начали получаться какие-то обрезы. То, что вот и начало нервирование, во-первых, и нету мяча у нас, и еще раз за разом получаем какие-то опасные моменты у своих ворот. В перерыве пытался что-то поменять, вот, но как бы, да, доволен, что все-таки игру местами находили. Вот, но Дина сегодня дала вот такой хороший бой, и видно, что мальчишки растут, отбиваются. Ну, плюс, конечно, Лимао чуть-чуть их там вел вперед, и несколько таких хороших передач в его исполнении, конечно, ну, на заглядение. И как бы, чтобы они учились, глядя на таких людей. Вот, вот это очень приятно, что сегодня удалось моим ребятам поиграть против такого именитого и хорошего соперника.